утро в аэропорту столицы выдалось необычным. Гостей страны встречали звезды белорусской эстрады. Это начало акции «Будущее в единстве». Это очень хорошая акция, потому что она дарит людям добро, искренность, радость. Говорим еще о серьезных вещах, которые предстоят каждому из нас. Я имею в виду тот выбор, который каждый из нас должен сделать 27 февраля. Ведь это на самом деле право нам решать, какой жизнью мы дальше хотим жить. Очень понравились, дрозды понравились, Жанет понравилась, ведущие понравились, белорусы понравились, все очень хорошо. Интересно, чтобы почаще так было. Ну, на референдум тоже пойдем, потому что это наш выбор, это наше будущее. Мы уже в возрасте, а дети, внуки.